Я забанил. Давай, да, на Discord. Что без усов? А есть тирлист какой-то вообще любой? Кто? Любой тирлист, любой. Нет. Любой вообще, покажи любой тирлист. Наш, ну, который тирлист я тебе кидал, помнишь? Да, да, любой, включи. Не могу. Почему? Так я не знаю, где у меня Linux искать. Я, давай подумаем вместе просто логически. Что надо банить? Да мы забудь можем. Гордо. Россия, Арабия, подожди, Россия, Аравия, Вавилон 100%, Вавилон. Вавилон баним? Почему? Он имба! Вавилон надо забанить и Маори. Окей, бань, давай Маори. Да, да, Маори плюнул. А у нас сколько банов? 3 бана еще осталось, да? Угу. Блин, не хватит банов. Супер идол. Но они тоже должны что-то. Надо Вавилон забанить, Араба, Эфиопа. Араба не надо добанить. Эфиопа надо обязательно. Да. Ром, что они банят? ХЗ, блин, Гургу или... Эфиопа, Эфиопа. Давай. Почти. Давай, Эфиопа. Супер. Чё, думаешь, Гала забаним? Да, 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 по-любому Гала. Блин, не успеваем, не похватит. Давай, два бана, два бана. Смотри. Смотри. Смотри, Араб, Вавилон, Гал. Думаешь, Араб? Почему Араб? Не знаю. Я предлагаю, предлагаю. Араб, Вавилон, Гал, Монгол. Гал, Гал, Гал. Инк, Горга. Не, не, Инк точно нет. Чё, кого? Они будут, Гала, они будут чистить культурку. Гал, кого еще? Гал и... Может, упорка какой-то, монгол? А если они араба возьмут, что мы будем делать? Кого? Араба, если они возьмут. Мы можем тоже Легоску взять. Какую? Ладно, го забаним араба. Гургу оставляем, да? Да, пофиг. Гурга имба, не? Перикл возьмем. Нет, а чем Гурга имба? Типа у него плюс дамаг, таймик на фашизме. Не? Ну да. Да. Че гупли-то имбовый, типа зираж у тебя. Очень сложно. Опасно. Араб тоже имба. А чё, ты хочешь мапучу какого-то? Гала не надо банить, ну. Не-не, Владимиру пофигнул. А ты хочешь мапучу какого-то? Не. А кого ты хочешь? Может Польшу, может Польшу возьмем? Можно. Давай. Хотя, ну там воды нету. Да зачем Польша вода, лол? Я имел в виду фрешвотова. Так пофиг, пофиг. Там гусары, там очень сложный тайминг. А мне деньги тебе сделать? Хотя да. Ну давай посмотрим, подожди, смотрим. Подожди, пока по пикам вообще смотрим, пока ты ничего не решил. Полон забанил. Бля, они стрим снайпят. Не, бля... Реально. Ты чё баним, чё баним? Араб? Араб? Горга. Араб, Горга, что ещё? Ещё из сильных есть что-то. Угу. Араб, Горго. Ну так себе, так себе. Прям сильный имба прям. Араб, Горго. Прям имба нету. Араб, Горго, имба. А может и Араба и Горго оставим? Го. Давай, Араба и кого баним? Баним тогда... Скифа, скифа давай какого-то. Мапуче скиф. Мапуче скиф испанец. Мапуче скиф испанец. Мапуче го. Давай. Или Китай. Нет, я не думаю, что я Китай возьму. Окей. Мапуче или Горго? Мапуче или Скифа? Мапуче. Давай Мапуче. Всё, арабы, арабы и Горго оставляем, пикаем одно. Арабы, так, Горго, Горго и... И что? А ты не хочешь себе керри, прям керри? Горго и что? Японец? Япония есть. Хотя Горго японец? Ты Горго, можешь японец. Играть свящ... японцы еще священники? А, ну могу, я могу сыграть, деньги сделаешь? На Горге? Да. Да, смогу. Горге японец, пик? Да. Давай. Жалко, они Польшу забанили. Классный пик. Давай, Горга сверху, сверху где-то она, по-моему. Да я пикнул ее. Окей, я реджойну. Давай. Меня не видно.
Давай Discord стрим пробуем. Че там, что они пикают? Я думаю, что-то испанцы, думаешь, возьмут? Я думаю, что-то на трейд возьмут. Или Египет. Египет. Что? 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 Знаешь, Таня один, Таня один, знаешь такой? Нет. Не знаешь, это скинул. Так, Исаак, смотрел. Пожалуйста, спам хороший, пожалуйста. Почему у нас лимап есть? У нас лимап есть? Да, да. Пожалуйста, хороший спам, ну. А последняя карта, если чем проиграем, какая последняя карта? Сейчас, чувак. Бля. Что, помойка? Бля, да. Такая помойка. 2-2 нету. А, нет, подожди. Короче, может быть есть, если я направо пойду. Tilted Axis. Что? Реально? Да, если мы не выиграем. Ой, суть Симона. Надо выиграть. Ну, у меня так себе спаун, казак. У тебя имба, ты можешь или на даймонд, или на ведь это, на линии. Если у меня имба, то играем. Как имба, типа? Почти, а можешь метки поставлю? Оооо, да, у меня было. Тебе или налево на алмаз, или направо на оленя, да. Типа, или люкс получаешь, или 2-2-2, типа, клетки. Я думаю, 2-2-2 клетки лучше. Да, да. На олене, давай. Типа, мы далеко, но можно, типа, слить. Или можно люкс, на люкс. Я хз, решай. Люкс обработать можно, а оленя можно тоже обработать, срубить. Две подрубки, олень. Или да, обработать да, люкс. Две подрубки. Выбирай, короче, я не знаю, решай сам. Все, я направо пошел, наверное. Или 2-2 купим мне. Я не знаю. Направо. Хочешь, иди направо, ты все равно священки будешь. Ну да. Хочу из монетку. Сможешь начитать на монетку? Сейчас я попробую ураба, так все. Ураба забрать. Попробую. Я закончил ход. Я тоже. Алмаз! Та-та-та-та-та-та-та! Блин, я офигенно вспомнил. Да, очень классно, я так скажу. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Почему никого? Кто у них пик? Арабы? Мали, да? О, косяк, давай на Мали захороним, короче. Ты можешь комплитой Мали зараз и убить просто. Давай, давай, ремап тогда. Или нет? Ну, поспавну, поспавну, короче. Все, поспавну, смотри. Не тебе что ли падает? Че хоть не заканчивается? Они не пикнули. Реально? Пожалуйста. Пожалуйста, пусть у них пусть Мали близко будет. Да все, ну. Empire 5, у Владимира Empire 5. Вообще-то он поставил город, типа, значит. Так, ну все. Придется серьезно относиться. Я хз, я могу священку на 2-1. Взять на леса и потом насрать и срубить его. Наша главная задача? Да. Не дать им кровать. Блин. Да, если не начнут кровать, это будет очень обидно. Потому что араб затащит его в соло. Самое идеальное, что молить между нами было или близко, типа, одного. Я могу за самура рашить его, а вот ты можешь, типа, за гоплит рашить. Или на арбалетах там. Ну, типа, ну тебе надо будет гоплит рашить, типа, 2-3 гоплита, знаешь, типа, так. Чтобы зарелить его немножко, потом... И что-нибудь серьезно. Давайте, надо выиграть эту. Если это выиграем, будет классно. Потому что на тильте я не знаю пики. Там очень удобная карта, там надо будет... И море, короче, надо будет, наверное, на тильте фигать.
Море опасно всегда. Очень надо. Давай, давай, Эксот, ну. Мы близко, кстати, если мы поселимся, можно взлететь. Да, надо торговлю. Что не заканчивает ход, я не понимаю. Уже 5 минут думаю. Пустил баг. Юля. Да. Ребам, что ли? Тысяча чудес. Сука. А у тебя на стриме видно, сколько чудес было до этого? Нет, я не чекал настройки на стриме. А сколько было? 29? Я не знаю, но это не меняется, нет, трилоби? Ну да. Ну да. Че круто? Так пусть питает чекни, просто есть чудеса или нет. Пусть питает чекнет. Из запрещенных типа. Ну да, скажи. Я же написал. Что происходит? Почему заливают? Если я гружу, то 29. На моей загрузке. Только что чекнул. Это нормально, все значит баг просто. Ты написал, что пусть спектатор чекнет, если запрещен? Я написал. И что они отвечают? Ничего не сказали. Блин, загрузили. Дометок.
Я спал такое говно. Не знаю, сущенки идти или нет. Думаю, ну, надо. Может, ремапнуть тогда. Надо, надо, сущенки. Может, на месте ставить? Нет. Я пошел на прямую. Еще коня, скорее всего, нет. Третий радиус, может. Даже третий радиус не видно пока. Где может быть? Хотя вот тут, под скотом, да. Скажем, слева железо, короче. На, два. Типа, тут железо важно, стрелка очень важна в этой. Да, да. Если сейчас опять будет полчаса ходить, я офигею просто. Как думаешь, человек, я возьму хоралы и пагоды или хоралы и деньги? Хоралы и деньги. А пагоды ставим? Это опасно. Можно рашить. Стоун там. У меня хороший забав. У тебя вообще, у меня хорошая ППшка на пшеницу. Стоун, стоун, казак. Я зарашу стоун без камня. Я прям вижу, как я рашу стоун. Ну, без... не стоун, а это. Постом. Блин, это слева. Постом. Слева сус какой-то. Ты в коне идешь? Да. Ну-ка. У нас экстра деньги, плюс 3 монеты. Может, я скаута куплю? Да. Да? Мне еще клетку надо будет купить. Не могу 2-1 обрабатывать. 2-1 обрабатывать. Че думаешь? Не, не, надо тебе купить. 2-2. Ну, я сам куплю. Ты большой мальчик? А? Ты большой мальчик? Да, я уже вырос. Ну, 8-го хода чекаем, потом подумаем. Я мап ищу. Что так себе? Может быть, типа молитва где-то. Посмотрим. Та-та-та, па-па-па, па-па-па, па-па-па. Та-та-та, ты волшебный вертолёт. Всё время построит их на... Ай-ай. Вот это уже было сусно. I identify you as a sus. Но для хайландцев офигенный спа. У тебя? Да. Fresh water? Да. У меня? Почему? А как? А, ты ход походил. Прилети, волшебный вертолет. Ремапаем, да? Нет, мы не ремап. Точно? У меня такая помойка. У меня нет второго города. У тебя? Да. У тебя два коня, у тебя два коня снизу. Где? Я хз, казак, не сусная. Саси спот. Ремап это на две игры. Я понимаю. Ну мне тут сус. Скаута хочешь? Да, да. Пожалуйста. Я это запуста. Чтоб ты заткнулся и не ныло. Что сказал? А я тут притаился! Не вырабатываю. Пам-пам. Прилетит друг волшебник. Ай-ай. Знаешь? Не знаю. Че, есть, но... Найт.
ней? Белоснежка. Точно они тридцать могут? Да, 100% ней. А может не тридцать могут, что делать? Ну, у нас хорошие спауны, чё. Тридцать могут. На любой карте могут. Блин, у тебя снизу два коня, офигенно. Чё ты чувствуешь, что тридцать могут на гоу? Вообще пофиг. У меня офигенно спаун. Я нажал на ней. Не понимаю, тридцать могут. Встретиться? Трейдиться могут. Ну, а что поделать? Лучше, чтобы они трейдились, но у нас неплохие спауны были, чем они трейдятся. У меня сугома спаун просто. Напиши им голову. Сейчас пошлю, казаки нас забанят. Отличная идея. Если чудо не находили, Вадим, я что еще не открыл. В салоге. Not bad. No. Сугома. Диз. Nuts. Диз nuts. Nuts. Все заткнись. Бесусов. Да. Че, священ куда ставить? На реку или на лес? Лесатик. На 2-1. Я заберу, думаешь? У Владимира религию. Потом типа. Вадим, налево, типа? У Владимира пантеон, что? Пантеон, Вадим, что священку идет. Я налево ставлю или наверх ставлю? На реку, типа? На 2-1. На реку, да? Опа! Изи. Есть лояльность у меня? Я не знаю, ты сам решай. Я не вижу всех. А, да. Сейчас ставлю сюда священку. У тебя нет. Я просто нет его лояльности. Может, он далеко. Я тогда один такой плюс, я тоже. Подожди, 7 людей, сколько да хватает, хватает, что-то выкупай. А вер сколько у этого, у раба сколько вер? 0. У Мали 24 вера. У Мали, да, понятно. 4 вера вход. 40 военки у Мали. У него, походу, типа, ну, хорошие клетки. Да. Ты или он? Я кинул. Двумя скаутами до его пила люди. Давай. Одним скаутить под. О, раб еще не открыл эту астрологию. А, у них чудо не было. У меня тоже не было, я только что открыл. В прошлом типа. Как думаешь, когда мне пойти селиться на. У меня слева снизу на камень офигенный город. Хз. Я на озере хороший город и на реке справа. Я не знаю, когда реально сейчас. Ладно, пойду не упорку. Реально? Не деньги. В смысле, а он далеко, у меня нет лояльности его. Вот вдруг он близко. Ну, по скауте. Ладно, первый пустил, иди куда в жопу, не знаю. Куда хочешь вести первого? Ну, на камень. Давай. А потом если видишь, что он близко, типа, надо будоражить. Он еще не поставил, прикинь. Сученка, типа, не изучил. Ой, изучил. На коне что ли ставить? Чё думаешь? Город? Нет, да. Я думаю направо, наверх. На рис. На 2-2. На 2-2 направо. На рис. Направо. Да? Не, на рис не нравится. Ладно. Направо вверх. Давай направо вверх. У тебя нам коне? Ладно, третий город. На третий город я вниз пойду. Как раз открою гончарку. Можешь восьмерку нажать на дорогу, может там раб? Меня не видно. Угу. Проход есть. Хотим открыть. Не читать мне религию, что думаешь? Или подобить? Он хоровой возьмет, я не хочу, чтобы он хоровой брал. Надо читать. Возьми ты. Отправить ему три гоплита так чисто, чтобы он... Давай. Он близко, там минус 14 на этом уже, на люксе, минус 14 у тебя, на рейде. Тебе надо будет его заражить, казак, черт.
Зарашить прям? Ну, зарелить, зарелить. Монумент или посел стоит никогда больше? Я не знаю. Ты сделаешь деньги тогда? Немножко, типа, да. Если монет возьму. Читать, не читать, я не знаю. Фиг читаю. Нет, бля, сложно. Тебе деньги нужны вообще? Я читаю, не читаю, я не знаю, казак. Я думаю, чуть не. Три проекта. Три? Три нет. Два. Два? Ну, два мало. Можешь пока не читать? Не пока читать? Не читать, он думает, что ты не будешь читать, типа, а потом что-то. Ну, он поймет, что читаю. Что? Как? Он видит, типа, ты у меня капает. Не зафиршай проект. Типа. Ну, в прямом смысле. Не после настроить или проект? Да, да. Да, пока что после. Ладно. Деньги нужны? Я забезу, да. Мне не нужны. Он читает, по-моему. Мне священника на два. Фунула. Сенарик изобретут обидно. Кто, Мали? Лопатакс. Араб. Лопаташка. У меня 50 этого инка, кстати, он купил скаут. Мурашка, лопаташка. Хотя если у него два, то у него, наверное, нету. Не на реке, типа. Че, пофиг, как бы забирать. Медипка выпала. Кайф. Я мог тогда город плюс-минус типа, подселятельский поставить и... Ну ставь. И караван купить. Караван? Ну хз, ну гоу. Мали один город. Там еще слева что-то красное. Ну ККшка, скорее всего. Если ты его упустишь, то будет изи просто. Мы выиграли уже наполовину. Я могу упрочить. Где араб просто? Где араб, интересно? Просто я не понимаю, где араб. У него за клик будет на меня нереально. У кого? А, хотя лопата ход? Не знаю. Еще дипка выпала, еще дипка выпала. Кайф. Я нашел араба, я нашел араба. Сверху меня. А какой спал? Не знаю. Скаут я делал. Тогда поставь город на коней. Не поставлю, я поставлю. У араба солт, люкс. На соле стоит второй город.
Ты прям после этого пойдешь? Ну так, чуть-чуть. У него второй город стоял, у него второй город стал. Мани тоже считает регию, мани тоже регию берет. Я забрал игрока, да, сиди. Хорош. Все, здесь же. Ну тут тяжело пороть. Конечно, он дефендер хочет забрать. А где он вообще? Он типа в тундре какой-то. Пошла раф в тундре какой-то, видишь? Минус 13 у меня. Сверху в тундре. Угу. Я не знаю, что это. Стерялся в тундре. Как в век будете? Я тоже не знаю. 10 очков. 5 очков. У меня священка будет. Священка и религия. Дорога. Если Амани закину. Ой, я мискликнул жестко. Что? Там очень жестко. Мискликнул. Что? Скаута. Пофиг. Я ушел с скаута. Одним. Пофиг. Тем нападем, тем главное не мискликни. Да. Наверное, много электрика. Метеорит. Где? У меня. Лол. Еще подвернули это пикфайл. Как думаешь, мне возвращаться за ним? Да, да, да. Подверг, это будет эпикфайл. Ты никогда в жизни не заражишь. Окей. Люксик надо. У тебя будет лишний люксик? Откуда? Откуда? Вот. Я могу его прям жестко подселить. Могу не очень жестко. Жестко это куда, наверх, что ли? Под озеро, типа. Не, слишком жестко. Давай ниже. Давай с генералом уже, с генералом что-то, типа, знаешь? Окей, нужно коня. Я сделаю кони дофига. У меня два коня будет обработано. Деньги ты сделаешь, да? Деньги? Ну, постараюсь, по максимуму. Стоп, он читает? А, Мали? Я не знаю. А что за палитон на Мали? За пока. Охренеть, он заберет. Что? Заберет коляску. Ты не закликаешь его? Может, тебе шифт повезет? Вообще шифт повезет. Нет, не пойду. Ну, хочешь, не старайся тогда. Там у него выше нет города еще? Слева или направо повел, не вижу. Почему? Типа фиг, тебе выгод был куплен, ты уже унизит. Сейчас от этого унизить. Другого. Сейчас надо унизить другого казак. Фига, у него 7 науки. Еще метеорит. Меня. Сука. Животное, блин, тупое. Окей, я фулл рел. Реально? Не, я буду, типа... А, фулл рел еще? Я четвертого посила. Да, я знаю, что я сделал. Ладно. Ну, я караван себе куплю, окей? Ладно. Пантон на раба возьму. Раб далеко от меня? Не знаю, вот он сверху, видишь, над подназкой. Вот далеко. То, что я вижу, типа. Почему у него 7 науки, бля? Откуда?
с метеорита, чувак. У него шахты обработаны, 17 лотый вход, Владимир. Можешь меткой брать? Да, сейчас. Чё, не знаю, так близко, лол. У тебя лучника скоро? 6. По спам у него 1-3, видишь. Плохо. Похер. Ура, посвечка на конях, наверное, стоит. Можешь мастерство запустить? Пусть готово мне ранее. Только у меня 6 культуры. А походу вам монетка. Реально? Это говорит, ты не спишь? У меня 11 сейчас очков. Лол. Эпик фейл. Я свой причем. Кругосветка, кругосветка! Я могу сделать кругосветку, если налево чем-нибудь побежишь. Давай я не смогу никак. Сапеса к чем-нибудь налево не можешь? Нет. Я кругосветку сделаю. Что забираю? Что забираю, казак, из религии? Давай, монетку и... Хоровая монетка. Вот. Собрал. Так, с утра не понял. У него вот снизу, видишь, горы стоит. Ну а как пушить няню? Я не знаю. Конями. Ну хочешь, не лезть, хочешь за 7, я не знаю. Типа он не может 30, а только в ГГшку, видишь, слева, которая. Типа пофиг нам. 30, типа хреново может. Только шах будет деньги делать. На сход. Надо. На сход луки. Ранее когда? А, учил на науку, чудо. Усемите, учелика усемите. Да, да. Кто бы мог подумать? Да, повезло, ну повезло, да. Короче, надо Мали будет задаутимить. Я буду слиться в сторону Мали. Слышишь? Да. Все, Мали задаутимим и выиграем. Чудо, я что-то открою. Ты выше века, если я что-то открою? Да. Открываю все. Я уже пикнул это.
Скаут не забудь. Защитишь? Красава. Торговца. Опа, мне бидер выпал! Грузит с конями. Ро. Обрабатывай. Убери метки, пожалуйста. Окей, сори. Идеально, нет. Мокшу, Саша. Мне надо клетку купить, есть деньги? Бля, мне трейдера надо купить. Блин, ну ладно, у меня я очень... проиграл под это. Ну очень жестко тут, просто клетка. Чё на взяли, не вижу. А, он взял хрень какую-то, он хрень какую-то взял, он богатый не брал, еще есть шанс. Еще если Малис возьмет, типа. Я запил Джоу. Давай. Будут деньги. Ну тоже не просто пришел, видел лучше пилоч. А, блин, вообще. Дезерт фольклор. Они трейдиться же не могут. Да, я это говорю. Ты век вышел? Выйду. Я могу крысетку попробовать. Я все равно выйду. Можешь брать деньги, если хочешь? Давай. Закидывай. У него лодка или что? А, у него коляска, да? Да. Угу. Ну да, почему нет? Я плюс 5 плюс его убил. Я плюс 5 его ударил только что. Можем убить когда. Ты можешь ударить его? Нет. Да. Так с ходом. Ну, вэфку ставим, типа. Хотя нет, он будет вставать. О, мы можем ударить. Ударяем, готов? Казак, ударяем. Кликай, давай. А, там коляска, сука. Блядь, там коляска. Можешь... Да, ты мани засветил, понял. Сугубо уже ставит. У тебя муж скаута убить, казак. Блин, свет по городу, ты чё, смотри. Найс спаун, как говорится. Бывает. Орошение можно бросить? Я никак. Работает этот бит. Или ты в коне идешь? В коне. Я хочу коня обработать. Ладно. Найс, коляска, господи. Я льва, не льва, убегаю. Льваешь? Вик, вышел? Да. Точно? Да. Ладно. Найс, араб, я играю на арабе, у меня имба спаун. Поздравляю, просто на чуде спаун. 2-2, клетка с наукой. Изи, просто я играю, просто. Пипец мне далеко до него. Может мне не идти к нему?
Не знаю, он успел еще застроить угуб заход. Какой шанс того, что он век не выйдет? Большой. Хотя, так себе шанс. Есть, короче, так себе. Ты можешь там в Дэнни прям заехать, видишь, как Амиза заезжается просто. Го. Только катапультами, тебе надо быть катапультами, 100%, слышишь? За синта катапульт, типа, как-то. Не знаю, два кампуса поставьте для катапультами. И заедешь катапультами просто, да. Он никак не задыхается. Окей. Okay. Еще одну грешку вот тебе нужно найти. Что-то хреново. Блин, я мог найти, но что-то сейчас далеко. Да. ВП-шка в ус будет? Да, ну сход. Этим ходом типа. Блин, да, все вышли. Нашел. Угу. Нашел третий. Так, сход отпущу. Политическую. Попробую наску засюзить у этого вора. Ну, деньги твои возьму. Давай, забирай. Какие? Рынку заберешь? Какую? Вон, скалка. Да, да, да. Бля, чё за... Бля, надо было сюда ставить ППшку. Хотя... Ты не срать. А, там вода! Я не могу к нему даже перейти, посмотри. Он вообще там в жопе, короче. Араб? Араб, араб. Кайф. А вы интрузицию можешь потом запустить? Просто пошли. Могу, могу. Ну, два хода. Кайф. Угу.
Когда Вентрис? Два, next one. Окей. Мне еще дип, мне 60 дипки, казак. Пол. Изи. Вот это пагода просто. Как самая пагода. Что, последняя сделка? Вот больше денег надо. Угу. Through the window, through the wall. Чуду вау! Next one этот. Ты понял, да? Тонины. Да, да. Может не снова прям сейчас заложить, что думаешь, не снова? 7 ходов. А валета, валета на карте, можешь? А, это гранат тебе. Думаю, тут что-то. Чудных сумок. Ну, не монументально сказать, слышишь? Да, да, хотя. Он Defender забрал, есть? Он Defender забрал. Да, у него маркет есть, но у него монументально есть. Он Defender Мали забрал? Да. Супер хреново. И у нас щенку стал где? Сжать. Хорош. Он мне пусть выпал на этот, на драма. Я открыл, мы с водом. Два хода... Тебя кратя. Тебя логи. Вон. Импостер спалит. Угу. Я мань закинул на ску, хочу задержать. Обнул. Давай. Сейчас то начнем строить. Что-то пошло.
А это ж там проплыва нету, смотри, так это у него есть. Что он 6 ходов? Кайф, кайф. В конце хода насквозь вижу. Я сделал круассетку. Ааа! Я забыл Уже клетку купить, казак. Да, да. Один. Не забагано. Мне кинуть? Да. Чекин. Еще 2 ГГшки должно быть. Ты фео запустишь? Ну иду в направлении. Чек, он тут подготовился. Не повезло ему. Я в 5 городов сыграю. Давай. Это главное катапульта выйти, ну хотя... Я думаю, ты пробьешь там поймы, нет? Ты пробиваешь жестко. Там 270 военки. Сколько вход, сколько вход? У него 49 вход, блин. Давай, казак, как получится, короче. Бля, перебил.
Че, клетка будет? Ты хера вход. Деньги? Да. Будешь шунгетку? Прости, если надо. Сейчас. Ну. У тебя фио скоро? Да. За 7 где-то. Быстрее. Ты руку точно держишь, да? Я точно просто на скуше будет. Ничего на их сходится не перебьет. А, да. Там араб жестко по союзам опустает. Шесть ходов я. Шесть ходов я? У тебя вход? Восемь. Восемь, шесть. У меня очень мало. Деньги нужны. Можешь ЦК там построить? Могу попробовать. Могу одного посла сделать. В ту сторону сделать? Гоу. Мне мифков торговать. Давай, сделал. Давай. Чё, думаешь отходить? Я реливаю. Дальше. Нужно больше строить военки. Ты можешь унитов убегать? Нет. Трейдится. А геном? С геном? Нашел геном. Ну, с геном посмотрим. О, не вообще генерал не будет. Смотри, он почти не планирует даже ген. Я тебе союз скоро кину. Союз? Дефендеры, да. Союз, типа как? Ну когда запустишься? Я фео будешь. Ладно. Ты же сам сказал, что я фео будешь. Да я понял, забей. Сусный момент. Да, сусный момент. Ты век выйдешь next? Да. Скорее всего. Я тоже, скорее всего. Так что у меня все классно пока что. У тебя? Тоже. Ну все. И как ты можешь мечи капоми быть? Потому что каплиты больно по ним.
Сколько у тебя дофига еще раз? На 4. На 3. Давай ты будешь. Надо еще один гампус построить просто для буста. А? У тебя будет буст на эту хрень. Угу. 75 голды. А кому торгуют? Интерналсами. Прикинь, интерналсами 75. Вот ты знаешь, что они там. Не видишь, дорог нету нигде. Наружу. А, да. Смарт. Смарт. Смарт-аларм. Смартус. Я смарта могу. Ляжка влево. Мы дивку выиграем, если что. Если будет что классное, можно будет выиграть. Посмотри, сколько у него инт. Я вижу. Мой белок. Стефендер, ну чё. Потусил. Фион, next или 2? У меня буст какой-то. Next. Я на шоколад поставлю, веди тоже на озеро, на нефрит куда-то, будем караваниться. На нефрит? Я поставлю на... Я Тимбуту поселю. Тимбукту. Ты понял, да? Еще генная карточка возьму через несколько ходов. Думаю, на рис или на маис? Непонятно. Где? Не оставить. Ну, раб обосран у них, смотри, в тундру селится. Раб? Да, у него он даже Одинса нет до сих пор. Реально? 47-й ход. Лол, а у него город говно просто Одинса. У нас как пошел бегать, наверное, на конях. Пусть убивает. Нет, минус не будет. Ну я хз, как его больше зарыли. Ну, 100 вверх вход. Я, у меня есть идея. Отправить два коня типа вверх. Че из няни. Хз, можешь попробовать. Но я думаю, не стоит там, нет? Непонятно хотя. Они хатус нашли? Хз. Сколько у тебя ходов, рекорд? Один. Все вышли? Вот, да? Давай. Да. Что, деньги делать, да? Там. Ставлю коммерцию. Его задачу. Вообще это импостер какой-то. Я отступлю, тут невозможно ничего делать. Мирели, типа, не? Дальше. Я не могу затрейдиться. Ладно. Что-то по этому. Книжку дам скоро. Давай. Охренеть уже, блядь. Они хатуса видели? Да, скорее всего. Кто здесь выйдет? Пять.
Сможешь делать это до века обязательно? За 4 хода меня отстают. Потом посмотрим монарх. Тебя забыл сейчас. Угу. Нас КП что не умирает. Скоро нам умрет. Ура, в дисконе. Союз 4. Может, союзом попробуешь? Запустишь потом. Без денег нет. У меня 4 ухода. Там 90 ход. Умоли 90 вход? Да. Интернал мне, прикинь. Ну, промки мало. Ну, типа, да. Ну, веры много, 100 веры уходит. Мимба спаун, да. Типа, да. Мне надо век выходить. Мне тоже. Я выйду, типа, я самурай. Тринадцать очков. Еще на рис ставлю, прямо на месте. Они хатус не видели, слышишь, по-моему? Точно. Там нету послов, вообще. По-моему, видели. А вообще послов нету, понимаешь? Понимаю, но по-моему, видели. По-моему, можно так любую вещь говорить, по-моему. У меня есть союз, когда? Что? Союз когда? У меня 3. 4. У меня 3, давай. У тебя теология и... Изучи мистицизм теология. А, это изучи, я изучил. Алло. А, окей. Okay. Не знаю, что делать. Деньги. Типа, нет. По месту, типа, что делать? Что с моли делать? Убивать. Развиваемся просто. Ну. Лопату ничего не сделал. Деньги. Ой, блядь, пришла хуила. Я отложил союз на исход. Все, промку, бля, прошифтил. Все кавалерийницы. Он же готовится эти хапнуть, смотри, кого, слышишь ты? Почему? Вон коляску, видишь коляску? Значит, только одно мандакало. Сотку сделал уже? А, да. Точно? Да. Походу союз. И войну кинули гранаты. Вроде. А. Как чекнуть? Да, они войну кинули гранаты. Можешь гранату засюзить. Нету послов, нету послов. Я защищу. Нет, я не могу. Давай. Нас убивают. Пожалуйста, шутнись, шутнись, шутнись.
Сука, блядь! Мне смело все. Все, это когда? Next. Угу. У меня что-то культура упала из смыла. Что в этой? Это не next? У меня культура смыла. Можешь ты забустить? У меня два хода. Надо. Пофиг. Два хода. Окей, бусти. Ладно. У нас железа вообще нет. У меня есть 25. Нету? Сейчас кину. Носка сейчас смотрю. Ой-ой-ой, жестко там носки. М? Сколько денег? У кого? Мало. Да. Мало. Могу срубить мои, если очень надо. Я думаю, надо. Срубить? Да. Надо как раз на 7 таки раз, короче, сидеть. Я занимаюсь, короче. Да, она сказала. Где союзы? Говорил, что я не. Ладно, на исход. Чтобы монарх не. Курд мусор, бля. У нас единственная проблема сейчас деньги. Если мы ее решим. У меня хреново. Шмикник. Союз, давай, Ваник. Сейчас кину. Я кидал. Ну, я кинул. А-а-а! Куда пошел, блядь? Ну пусть обратно пошел. Поздравляю. Походу в монархию. Десячки построю, окей? Давай. Я вышел так.
Походу монарха. Какая база у мандакала? 53. Да, 53. Сколько? Два хода монарха? Да, на исход. Уже на исход. Вышел, да? Да. Все. Я чиновку попробую поднять. Ты хату захочешь? Да, я закинул же. Ты хотел убить или что? Нет. У этого, по-моему, нет? Нет, не показалось. У раба. Раба минус, кстати, по-моему. Там раба минус. За сколько ход? 9. Не могу тебе трейдера кидать. Я кидал второго одного. А ну ко мне поставишь по городу скоро. У тебя дотягивается с нагана. Точно? Да, но, блин, они помойные, капец. Монархию. Че? Ставлю монархию. Всячку. Какой шанс того, что Владимир не выйдет? Маленький, если он накал делает. Чё, ну заберу, готов? Пошли, давай. Раз, два, три. Бля, говно. Всё, сейчас века будет, надо покупать прям. Купиться в магазине. Магазине товаров распродажа. Купите два говна и получите одно говно бесплатно.
4 хода гильдия. Нихрена себе тут ключники. Скипал. Город вздыхает. Что ему жрать? Это железо, казак. Быстрее, 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 5 штук. Пошел, да. Да. И сотка играется. Типка, прикинешь? О, ты пограбишь, пограбишь этого. Кого? Араба. Где? А, да-да, пограблю. И пьется он тут мяку поставил. Ты думаешь, мембраж прыгает? Да, прыгал. Ты ж пород. Ну да. Щикурать не растет, что делать? Дайте вам покушать. Давай, тишка, я тебя покушаю. Мембраж беру, да? Да. Перекинул, сколько там? Чекаю. 84. Я готов сделку кидать, скажи сколько. 60, 84. Стоит сказать, прикольки. У меня 83. Так, так. Не спять хэви можно сделать. Бля, да, нифига, да. Владимира науки, смотри. Да. А, это фейковое, он фланки имеет. Я в курсе. Там Владимир, там лопата еще. Нифига? Да. Че делаем? Че делаем, че делаем? Можешь в отцу построить ЦК? Отцу? Да. Да. Окей. Так, го... Че, минус 5 хэви? Минус 5 хэви гоу. Сколько это только? Сколько? У них 24-40, короче. У них по 24, короче. Опять? По 40. Да, по 40. Дипка в тебя. Почти хэви. По 40. Го по одному голосу в тебя. По 2 голоса в тебя, дипку. Второй по 2 голоса. По 40, тоже по 40. Ислам. Нет, по два голоса. Просто два голоса. Четыре. Четыре дипки. Четыре, типа, это
Типа, это просто нажать или один раз? Сколько нажать на вот этот один пальчик? Один раз, два раза нажми. На пальчик два раза, да? Да, два раза да. Пальчик. Все. Все, смотри, первое Б Хавика. Да, второе А Ислам, два голоса. Ага. Третье А Ходзе, два голоса. Почти 5-2-3, правильно? 5-2-3. 5-2-2. А, 5-2-2, ладно. Я оставляю тебе костюм, да? Да. Твой 5-2-2. Я загнал. Ислам, Ходзе Такимуно, Хавика. БАА. Все, закрыл. Вонимся, не спит, смотри. О, мы выбили. А, мандукалу. Что делать, имба? Че, я могу чуть-чуть отмыть? Нет, мандукалу ко мне приехала, алло. Вы попрошули. Меня мандукалу еще забьет, казак. Окей. Мандукалу, имба. Ну как мамлюк, короче. Представь, что это мамлюк. Как мандакал. Страшно. Вот, 4 хода эта мусорка стоит, быстрее этого. Я думал, что посрался. Мне нужен люкс. Че перебили, Хатус? Я перебил. Нет, не могу, прикинь. Хота. Перебей, пожалуйста. 5, не хватает. Новый традишн. Там же один мотокал, да? С минус 5. Он еще будет, он еще. А, минус 5 там? Да, да. Такой, да. И у него. У меня дофига. У него. У меня дофига военки. Дай лучше арбов апну. Че тебе дать? Арбов апну. Зачем мне даст убить? Фудалка. Лишись мне тоже. Тебе прям надо очень? Нет, я его могу прошерить с арбами. Очень. Стоит или нет, скажи вот. Ты. Да, стоит. Ну бери тогда. Лучше ноль взять. Но там нет, не будет на. Давай, бери, бери, пофиг. 3, 2, 1. Да. На священку надо тебе забрать обязательно. Ладно. У меня тебя Катя меняюсь. Не надо меняться, что думаешь? А Катя может. Чтоб тебе говоришь хоть жать. Да-да, в монархисты. Какой у тебя вход? 16. Сделка. Строка, ЦК и... Железо скинь лучше. Сделка. 113 науки, не откуда? Бля, фейковая наука, имба. Страшно, там дофига науки. Ты книжку запустишь? Принтинг.
Да, наверное. А? Да. Сколько ходов? Блин, хз, у меня долго. А ты не можешь? Ну, могу. Давай с бустом тогда уж. Бля, он купил карту Tiles Defender. Сход, я тебя кратко прихожу, пофиг. Могу перебить, могу перебить. Не закинулась, а мани, найс играю. Ты не кинул просто. Я кинул. Я нажал. Катя, выключай. Я 3 пага докупил. Кайф. Ну сколько дипки? А как они дипку выиграли? У нас 4, у них тоже. Дипку мы выиграли. Да. У нас типа 4, у них тоже 4. Дипку мы выиграли. Да, ну у них тоже 4, понимаешь? Как? Спектатор. Соси спектатор. Чек-литок нету, давай работать, что делать. Мишка Владимир. Я вижу. Тайсон, дашь на клетку? Что? На клетку дашь? Давай бери. Скинешь? Это баг? Вроде да, я тебя когда последний раз. Я там и прошел, прошел баг. Кил. Шизуоки гавань, прям, или что ты там заложил? Шизуоки? Да. В кровальницу, в шизуоку. Ладно. Я не знаю, когда шизок вырастет, это будет сюрприз, просто если он вырастет. Сколько у тебя ходов вообще? Кто? Некс от универа. Книга. Книга 2, после универов. Бля, я сколько у него науки. Сколько хода, ну-ка у него. 150 ход, как? На карточку поставить, казак, этот, на послов. Деньги из послов. Да.
Гучонов забрать? Скажи, давай. Раз, два, три. Покупай за Веру, покупай за Веру. Да-да, быстрее. Купил, купил, купил. Это на хил сейчас заберет, на мельку тут жестко. Мне люкс нужен, пипец. Ни до хера вылетел просто. А? В книгах сколько кадов? Next. Да? Да. Кайф. Мне клетки нет, понимаешь? Мне в городе клетки нужно обрабатывать. Я не знаю, что за хрень это, бля. Нету клеток просто в городе достаточно. Я сыграл просто. Возьми работать, нету клеток. Кого пересвязали? Это что-то один убит. Так, так, фрисимин, короче, мы убьем на танках, чтобы поставить. Фрисимин, если что хочешь делать. Там мы дадим ему пожить, типа, знаешь? Угу. Так, отцу, вот, скидаю с отцу. Сто 74. Пицца не хлопки. Чё? Хлопки пицца. Не. У меня минус в городах продовольства. Не ставил наследие? Нет. Я ж у меня глупый тоже. Ошибка. Тут у нас один континент, блин. А у меня гоплиты, которые мне всю игру могут сусить. У тебя гоплиты немножко отсусили. Немножечко. Ты вдогнал по науке. Все равно немного, типа, он тебе отбирается. Они идут корпуса, типа, уже посмотрим. Лаван Джайнс! Убиваем мамлик. А? Убиваем юнитов. Давай. Эх, а то с как? Где твой послы, Сандра? Я же просрал, блин, на Наску все. Чтобы держать Наску. Нафига ты ее сюзил тогда? Так, чтобы держать, чтобы я ее пошел и убил, чтобы затригерить его. Нет, в эту Хатусу. Бля, да, она была... Он видел бы ее, не? Там, смотри, где город. 6 клеток. Next, ход куманизм, у тебя когда? Next. У меня тоже next, давай я, у меня майн осталось. Thank you.
Ты типа ходила, сука, не арбалет. А, там где меня-то поздравляю. Милитарий инженер запустишь? Нексот. Куда мой трейдер пошел, блядь? Бустер. Здесь есть амфитеатр? Нет, ноль. Ты хочешь, можешь сделать пару этих кинг-кинг. Двести пять ход, сука, как? Я не понимаю. Посмотрите, то, что на верте, ну-ка. Он не стоит на верте, он не стоит. А нет, он не стоит. Он не стоит. Лизей Владимир. Хреново. Сейчас у него фейк наука закончится. Да, тут еще.
два хода мушкета. Сколько ход у тебя? 30. У меня 28. Тоже 30. LeBron James. Он лопату военку делает, мне деньги нужны будут. Дальше все идет. Ну, по-любому, мне кажется. Тут мне придет, будет хреново. Райну в три качни. Да, нет прокачки пока. Национализ когда у тебя? Что? Национализ когда у тебя? 6. Владимир, все еще Grand Master Chattel не прикинь, что бы когда достроит. Там дофига вера была. Он на что-то потратил веру, кстати. У инженера купил. А, он инженера достроил. Сука. Вот это прям, бля, к нему пошел, сука, даун. Четырехходный сам. Я мог... У меня катапульта тут есть. Давай. Я вот этот газ чеда застрял. Он строит, он их снова застрял, наверное. И снова его винит. Все нормально. Он гена забирает еще. Мне даже этого нету, бля. Лагерь. Можешь его кликать сейчас? Куда? Что, чтобы он не кликал на место. Мечника убиваю. Он сейчас политик выйдет. Сколько у тебя ход, казах? 23. Мне 30. 230, бля, у него 230, сука, как? Наценись, когда у тебя? У меня 2. 3. Угу. Я как-то на керасах попробовать на него, короче. Ну, бля, апа тебе будет, сука, каждую секунду. Сколько у тебя вверх ход? 200. Его столько же, бля, не знаю как. Знаешь, как, вот единственный шанс, мне кажется. А? Тайминг танков будет. Ну, у меня у него, типа, у него не будет. У тебя на него? Да. Потому что у него очень много было. Че, хлопанешь катапульта? А, я. Ну... Давай. А у него тайтер сидит, поздравляю. Лопата даже люксы не дает, Владимир. Найс, чувак.
У него пушки, казак, у него пушки. Отступаем. У меня 4 хода были. Ты супер хреново. Тебе дать книжки? Цунагана. Все, давай. Нет, вест. Никуда. Да не дам. Ну и ладно. Вообще, выиграем тайминга, блин, так, так. Должны же. Да, вот сейчас лучше. У меня 2 хода, это... Смотрите, сколько. 2, надо насалить. Хоть сейчас будет. Давай ты, да. Я мерка не сюда. Окей, звучит. Я этого надо... Может этого забрать ученого, этого трейдера. Владимира. Ход интерналами, что это такое? У него караваны пошли. Реально? Да, враг. Бля. Супер хреново. Оп, пойду попробую их запилотить. Гоу. Оставляю сейчас себя без прикрытия. Хреновая позиция у нас. Надо было лида мама банить. Ты даже не подумаешь, что ты не, бля, этого хрень возьмут на этой карте. Там кирас апнулся, кстати. Ой, блин. Чё? Ко мне тоже керосин поедет. Хреново. Чекай пушку во второго лова. Реально? Я ему убью ЕФ-кой сходу. Ты убьёшь, что ли? Ну по статам что-то хреново, не? Не наука упадет. А откуда у нас статы? Не наука упадет, типа, будет класс. Да. У нас наука своя. Это еще одна грешка должна быть так. Что думаешь? Не убивала? Нет, еще одна должна быть, не? Чего убивали? Я не убивал даже. Надо за статы подумать. Он их сюда закинул 3 тогда. Я забил на фахатусу, я закинул 3 второй. Да, давай. А, сейв, сейв, закину. Окей. Кинул. Тиражит, тиражит. У него мало юнитов тут делает. Забираю ученого на интернет, это там жестко будет. Все наберет. Ага. А, там керасы хреновые пока, слышишь, казак? Пока, да.
Больше денег надо. Удачи. На что вот этот кросс? О, гранаты, потому что это столько затригит, бля. Civil Engineering. Сколько тебе нужно, чтобы Rain of 3 прокачать? Это обязательно прям. Next. Ты прокачаешь Rain of 3? Next, не next ход, а next прокачка. Я запущу эту Civil Engineering. Давай. Стоп. У меня пушит. Одной крас? Да. Там обард еще. Стой. Стой стром, тянешь. Стой, сус. Сходила промки, я не понимаю, что за ним погода. Апни пушки. Одну пушку, я думаю. Нет такой карты, я буду хрень открывать какую-то. We have the one, we have the power. Stay stronger, we see. Давай на пушку. Без карты можно нахнуть? Ты слишком жестко. Нет. Че? Нас вообще нет. Кинь мне делегацию на дефкортан. Че? Железо можно взять все? Немножко. Ученые. Пускай. Что-то пропустил. Есть? О, стой! Есть вера, давай. Универа. Я уже забрал. Давай, забирай. Раз, два, три. Бля. Put in the work, put in the hour. What's hour? Да. Сейчас пушку апну. Вот. Без карты не апа, ничего сам. И не апа, ну мне очень надо, я не апа. Минус 3 встали. Минус 1. Почему нет люксов в 2 раза больше, чем у нас? Я не знаю. У меня один люкс просто. Put in the work, put in the hour. To take what's ours. Бля, железо, где? Газа, кидай. Лол? Что? Железо. Попроси. Кидай. Могу, я... Бля. Я не могу, я карта меня. Сука, минус город. На 8 желез. Тебе надо желез? Да! Жгурит 8 рубля. Мне тоже. Бля, тут жестко. Что делать?
Только сам. Бля, метён век. У них золотой. Блядь. Мне железо нужно. М? Мне нужно железо. Забираю. И все, не все одно. Бля, ученый казак. Ученый казак? А не ученый. Сколько у него денег? 265. Насо дипка, насо дипка. Сколько надо скинуть? Кепуш. 180. 144 давай. Где 144? Сколько тебе верфуется? 203. Не живти. Ну где конгрессы на караваны? Ну где? Может дипку залынь? Давай дипку выиграем просто. Что мы делаем? Дипку? Как попробуем? На хободе строили? Он потал строит, он знает, что мы дипку идем. Го попробуем. Что? Дипку. Возвращение. Давай. Дипла, Сандра Геймс. Сколько у него? Не улыбнем в дип. 91. Надо закинуть 112 каждым. Слышишь? По 112. Ок. Один голос, Россел один. Давай. Забанить Siphon Funds. Окей. По одному голосу. 1-1-8. Да. Минус 7. Плюс 12. Найс игра просто, у чела плюс 300 вход. Еще 150 с науки, бля, какой-то ничего. Я думал, персы вместо горки пикнуть, я мог за 7 был. Да был, бля, эту хрень забанить хуёвую. У него год спаун еще, видел, бля, у него спаун какой был? 1-3 у него, прям первом радиусе. Хуйни. А его чел там вообще этот чудо, бля. Да чтобы выиграл Владимир, нужно, чтобы все звезды сошлись. Нет, это чтобы нас выиграть, нужно, чтобы это все сошлось. Изи снайп. Чё? Изи заснайпили, у нас 8. Классно. У меня всё, я рину прокачал на третье. У меня знаешь, какой стал ход? Как? Очень мало. Два. Я не могу учёного чекнуть. О! Забрал? Не знаю. Нажал, блядь, не забрал. Мне, блядь, Discord notification приходит, там у меня в другом канале пишут, сука, бля, почему? За что, бля? Не могу нажать на эту кнопку говняную.
Сдохни, бля. Проиграли. Да? А? Вы проиграли. Почему? Потому что у нас денег нет. Ну, бывает. Может, играем? Ну, го. Не может отпадать, сука, бля. Я могу типа тайминги на танке сделать какие-то, не знаю. У меня пилоджит пришло. Жестко, по-моему. Меня запилоджит очень жестко. Может, ГГ новую, может, не пойдет? Го. Давай. Подожди, давай спросим, давай спросим, чё. Да не будет, да пофиг. Пофиг, ГГ. Играем? Нет, ГГ. Ладно, ГГ. Сомали, бля, охуенно. Говорю, скушал. Блин, нас спауны у вас, ребята, я не знаю, у чела чудо, бля, в втором городе. Найс игра. А чем чудо? Блин, так обидно за Наску, я думал, сейчас Наска и почили на Мали, и тут бат забрали. И двое второго. Да, почему вы не поиграли, чтобы умереть? Что за фигня? Чё, go next? Прям сейчас. Да, go next. Next завтра, ребят, надо. Завтра? А завтра? У нас есть расписание, у нас вот это спектакль есть. А чё сдались? Денег нету. Денег не было. Сандра, денег не было? Да, денег нету вообще. Никто не задонатил в команде. Мне кажется, надо брать третьего человека, чтобы он деньги делал. Тогда вы сможете в 2 на 2 победить. Очень смешно. Таймер такой душный. Да, таймер очень душный. Вообще не спорит. Таймер мусор, не знаю. Сандра играет на 30 секунд. Если деньги нужны, Мали пикайте. Какой Мали, бля? Это тоже опасно. Не, ну подождите, пикать нации, которые не делают деньги, говорит потом, почему у нас денег нет. Как это, Япония сделает деньги, если Гава не построит? Вы чё, налетели-то как коршуна? Вы извините, конечно, с каким токсом сразу на людей. Шок, шок. Не надо так. Надо. Сня, у вас имбаспавны, бля, у нас помойка, у меня 2-1 база, мусоря какой-то, а у чела чудо, бля, на втором году. Ну, есть немного. Но ты должен превозмогать, Сандра. Ты ж... Давай ты зайдешь и покажешь, как превозмогать, давай. А, Паша, ты уже показал, как превозмогать, ты сдох. Ой-ой-ой, Сандра, зачем ты токсишь на слабых людей? Отвечай. Сейчас загружу спаун, давай посмотрим. Не, я понимаю, что всегда выигрываешь по спауну, то есть проигрываешь по спауну, а выигрываешь потому что... Да, крутой, да, да. Но... Он никогда не выигрывает. У меня да, половина да. городов тундра без воды. Это такое... А потом ты думал, ставить на море или нет? Я говорю, ставь. Он говорит, нет, я боюсь. Надо было ставить, я очень удивился, что не поставил. Я думал, вы вообще будете по северу гонять. Извини, качка, через море. Снайпер. Блин. Да, да, найс спаун у чела. 3 меди, 1-3. 3 меди, 1-3 в первом радиусе, да, нечестно, согласен. 3 меди, 1-3, понимаю. Давайте посмотрим арабы спауна. 2-2 база, 2-2, 2-2. Чудо в третьей клетке, блядь! В третьей клетке, сука, чудо. А какая разница? Вы брат нации брали не на голду. Там голда, чудо капает. И наука, алло. Так там чуть-чуть. Ну да, там 10 голды чудо, и ты стал фаном на ней. Так, это буст. Вот, не дай мне 10 голды вход в начале, я выиграю, не знаю. 10 голды вход это много. Ну, дидону, чтобы голда была. Нет, ты показал, как выигрывать. Давай, показал, да? Ой-ой-ой. Ну, а... Как вы планировали здесь выиграть, Сандра? Там у вас имба спауны, бля. Игру, 15... Мы же не знали, что у них имба спауны. У нас нормальный спаун был. Хорошо, Сандра. Вы же не знаешь, что у них такие сломанные спауны? У чела в третьем городе, бля, смотри. Имба спауны у них, но... Смотри, у чела в третьем городе. Взяли 12, которые не делают деньги. Не, ну, поставить 10... Нормальные нации. Нормальные нации. Я согласен, что у вас хорошие нации. Но... Делают они деньги, если нормально все, бля. Я не могу казака трейдить, хватает 50.
Ну так они тоже не могли трейдиться друг друга. Я в себя кидал внутрики всю игру. Так у тебя имба Мали, у тебя Галдас шахт. Ну возьми Нубию. У Нубии нету с Галдас шахт. Как это? Бонус со стратов. Формацию сразу нанесли. Там промка со стратов. Завтра карта. Нет. Счет карта. Кидаем завтра монетку где-то за полчаса сейчас доиграем. Какая карта? Tilted Axis. Ок. Оу, Tilted Axis. А кто хост? Господи, я ни разу не видел эту карту. На каст записан Майкл. Кто еще хочет, записывает. Ну, смотрите. Я, в принципе, игр. Завтра. Ну, смотрите, как хотите. Я нет, плюсую. Просто ставьте пальцы. Опять-таки, если будет 4, будет 4, будет 2, значит... Ну, не лагало вас? Вроде же не, 2 на 2. Не, вообще было. Все прекрасно летало. Все бывает. Супер. Ну, я палец ставлю. Можем Джека позвать. Может, ему интересно будет. Зовите. Кто хостит? Ну, кто хостит? Майкл будет. Монетку. А, Майкл будет? А, все. Кидай монетку. Будет Майкл на завтра. Будет, ну, тух, качечка. Ну, еще одного найдите. Ну, может, Ван Римс будет. Ты, Владимир, кидай монетку. Смотрим, да, может, не, да, так ты скажи, если ты игру не будешь вести катерами, а то как бы... Да. Ну, Сандра говорит еще раз. Не те. Что? Что ты говоришь, Сандра? Кидай монетку. Давай, давай. Давай, как он, где кидаешь? А тут работает? Наверное, нет. Нет. Ну давай где-нибудь, не знаю, у качечки кинем. Давай. Не вижу. И палец. В общем сборе. Давай, так, давай. Heads, tails, давай. Давай. Heads. Хорошо, у тебя heads, у меня tails. Давай. Tails. Ну, ты выиграл. Казак, так, значит, казак. Вы хост, да, или в тропик? Или это типа... Мы хост будем, хост будем. Казак, так. Тут? Казак. Санаго. Что? Казак, казак. Что? Почему ты не стал в партии строить Артемиду? Не повезло. Ну, в Rust, go в Rust.